Из этого дела очень нелегко выйти. Все должно пройти. Ты думаешь, мне это по силам? Я ведь не знаю правил. Я не Санта-Клаус. Знаешь, что значит «проигрыш»? Люди это не скоро забудут. Доброго времени суток зрителям и случайным гостям нашего канала. С вами Росси. Мы продолжаем играть в игру «Мафия». Это пятая миссия «Честная игра». Но, скажем, это вторая ее часть. То есть для этого мы угоняли машину у другого гонщика, потом меняли на ней там, что-то меняли, пригоняли ее обратно. Теперь, как оказалось, нам нужно было отправиться на гоночный трек и участвовать в гонках, вставляя дона, что мы, в принципе, сейчас и будем делать. Давайте посмотрим заставку и попробуем это сделать. Томми, я знал, что мы можем на тебя рассчитывать. Вы правда хотите, чтобы я это сделал? Я же не гонщик. Ладно, я знаю, это будет нелегко, но у нас нет выбора. Ты выручишь всех нас. Ты думаешь, мне это по силам? Я ведь не знаю правил. Дело проще, чем кажется. Тебе надо прийти первым, чтобы мы выиграли. Придешь вторым и деньгам каюк. Но раз мы подправили машину этого клоуна, все должно пройти гладко. И еще, на таких скоростях столкновение обычное дело. Следи за остальными ублюдками. Удачи, Том. Я знаю, ты можешь. Ну, я в это не верю. Том, половина соседей и все наши парни поставили на гонщика Дона. Знаешь, что значит проигрыш? Это будет проигрыш Дона. Мы просто растеряем все уважение, ради которого рвали задницы. Люди доверяют нам, в том числе и свои деньги. Ты понял, что поставлено на карту? Ага, я понял, Фрэнк. Я понял. Не переживай, сынок. Покажи им всем, из какого ты теста. Так, сложность выберем легко. Я хочу вам скорее пройти эту миссию. И поехали. Ой, сейчас, ребят, я сделаю немножко тише, наверное, настройки звука, потому что потом, если что, мы вернем, чтобы меня было нормально слышно. Так, думаю, будет лучше. Это, кстати, та, как раз именно та гонка, которая, наверное, у всех игроков на то время за нее очень сильно бомбила, потому что даже вот, к примеру, мои многие знакомые проходили эту гонку тоже не с первого раза. А почему? Потому что вроде как все хорошо-хорошо, там все пять кругов идешь в первый, и потом на последнем повороте машину заносит, или, я не знаю, что-то с ним как-то случается, и ты проигрываешь так не один раз. Ну, насколько я знаю, на то время у многих, процентов, думаю, 80, эта гонка вызывала проблемы. Я был не исключением, поэтому у меня тоже никогда не получалось с первого раза. Меня тоже постоянно бомбило по этому поводу. Я тоже всегда вырывался вперед, все круги был первый, а потом где-то один неудачный поворот меня разворачивало, и все коту под хвост, что очень обидно, в принципе. Сейчас меня уже начинает как-то кидать, и уже как-то что-то не так. Сзади меня преследует, прям по пятам идет парнишка. Будем стараться его не подпускать, насколько это возможно. Хотя, знаете, если сейчас так вот стараться рвать жопу, а потом в конце проиграть, ну, я не знаю. Я, наверное, говорю вам сразу, что... А, стоит, ускоришь. Если я эту миссию сейчас не пройду, то, наверное, я ее сниму без видео,
просто, ну, пройду, точнее, не сниму, просто пройду ее без видео и продолжу играть дальше, ничего не бывало, потому что миллион раз проходить ее, при этом еще сделать запись. Зачем вам знать, блин, как я нервничаю, правильно, на видео? Пускай я буду милым душкой, который просто молчит, точнее, который просто нервничает и не психует, не кричит. Давайте так это все и останется. Кошмар. Какой-то кошмар. Я, походу, расслабился, сильно с вами заговорился. Вот видите. Ну, хотя бы это произошло сейчас. Там где-то еще козел. Вот у нас едет. Я случайно еще начал путать кнопочки, переключать случайный экран, точнее вид. Вот этот поворот мне очень не нравится, я не знаю, как они его проходят настолько идеально, но он почему-то всегда вызывает какие-то проблемы. Будем стараться его не пускать. Это только второй круг, ребята, еще. Ох, блядь. Еще три круга. Давай, Анжела, разгоняй свою тачку. Так, и обратили внимание, что наши механики перестарались. Они не то, что сделали, что она немножко меньше ехала, а парень вообще стоит на обочине, видите. То есть, она вообще... Они ее испортили конкретно. Оп, интересно, перед гонкой разве механики этого парня с Европы не проверяли его машину? Что она так просто прыгнул и поехал? Он, наверное, не знает, в какую страну он приехал, это Америка. Тут надо быть трижды, четырежды внимательным, когда что-то делаешь. Мы это знаем, мы обычный таксист, который попал в мафиозную семью, струю. Такой этот поворот такой неприятный. Обратили внимание? Вроде как-то нормально, и все он как-то заносит. Не очень приятно, если честно. Вот, поэтому Америка страна больших возможностей. Вот, обычный таксист стал мафиози. Обычный мафиози стал гонщиком. Что осталось? Помнили, как крестном отце баллотироваться в губернаторы или в сенаторы. Ну, чтоб был уже полный фарш, так сказать. Контрольная точка. Экс. Вот на этом повороте вроде можно отдать газку, так сказать. Ну вот по прямой. Давай, давай, Анжела, выжимай. Давай. Так, это только предпоследний круг. Ой, я разогнался сильно, тормозил. Хорошо. Притормозил, потому что я уже думал, все, жопа. Хотя, все равно нас развернуло. Все, что мы там нагоняли на большой скорости, мы потеряли как на длинном гребаном повороте. Надо собраться с мыслями. Потому что это несерьезно, ребята, это несерьезно. Стоп. Оп. Выровняли. Оп. Хорошо. Газу. Экс. Хорошо, вписался. Так, мой нелюбимый поворот. Притормаживаем. Вот так. Газу. Хорошо. Я помню, какой-то раз, когда проходил, ну не сейчас, а до этого вообще, то было такое, что я повредил себе колесо почти уже на последнем кругу, и в общем я ехал до тех пор, пока оно нафиг не оторвалось, и все. То есть я практически вот уже первый приехал, и оно там немножко тяжело. То есть и такая фигня случается, в принципе. Последний круг. Хорошо.
попробуем последний круг наехать уже. Блин, да что ж тебя так носит, зараза вы такая. Так, вот сейчас, ребята, начинается ответственный момент. Сейчас ручки будут потеть, яички будут потеть, потому что начинается потная каточка. Мы должны откатать все-таки эту гонку. Так, хорошо. Вот этот гребаный поворот. Хорошо, прошел. Скорости. Анжела, давай. Давай, Анжелка. Поворот. Оп. Нет. Видите, за что я и говорил. Ходу. Блин, это жесть, ребята, это просто жесть. Давай, гони. Это ж надо было так развернуть. Обалдеть, блин. А все, собрался. Не паниковать, главное не паниковать. Сзади те пидорасы уже начинают поджимать. Их не было. Теперь они появились. Так. Вот сейчас главное этот поворот пройти нормально. И считайте, что мы уже на финишной прямой. Давай. Все. Молодец, Анжела. Молодец. Все, сейчас я делаю звук громче. А может заставка какая-то будет крутецкая. Давайте сейчас мы звук и видео немножко поднимем на вот так вот. Ну, оно старое наше значение. Все. Это мы летим первые. Да, вы пришли первые. Тони Анджело. Брубрейкер. Давайте посмотрим, кто там. Разница в 5 секунд, ребята. 5 секунд разница. Продолжить. Честная игра. Всеобщий любимец. Люди это не скоро забудут. Кстати, заскочи-ка ты к Бертоне. Он тоже поставил на тебя и выиграл кучу денег, так что он хочет отблагодарить тебя, чем сможет. Ладно, заеду. Поздравляю, крутой герой. Спасибо. Вот так вот. Успех, тёлки, всё наше. Так, поезжайте к Луке Бертоне. Это все у нас продолжается. Хотя, давайте, наверное, ребята, сделаем так. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Постараюсь скоро выпустить второе видео. Точнее, следующее видео по мафии. Также смотрите наши остальные видео. Смотрите видео совместного прохождения таких игр, как Total War Rome 2, таких как SWAT, также смотрите одиночную. Ну, в общем, оставайтесь с нами, будет весело. Пока-пока.